Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в мире игры «Метро. Исход. Два полковника». Стоим мы в нашей мастерской, в нашей оружейной. Сына только что проводили. Если вы не знаете, чем мы занимались в прошлых сериях, справа вверху будет буква «I», там будет размещен плейлист по игре «Метро. Исход. Два полковника». Нажимайте, не стесняйтесь. И мы с вами идем бороться с мятежниками. Фонарика почему-то у нас нет. Людей тут оперируют уже. Сколько раненых. И оставим нам долги. Только же мы оставляем должникам лишь. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И твое есть царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Отче наш читает. Обалдеть. Товарищ полковник. Слушаю. Слушаю. Бахтин, товарищ, я тебя не встречал еще. Прости, Слав. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что все нашли. Кто старый помянет? Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Давай, Петрович, не пуха. Петрович, тоже ствол дали. Ой, маленькая красавица, что ты патроны заряжаешь? Прелесть какая. Помогай, помогай Петровичу. Он за тебя. Взаимно. Опусти. Ну что, рассказывай, морда протокольная. Тут что у нас? Тут беспредел очередной. Блин, что творится? Ну что стоите? Вперед на позиции! Есть! Пипец. Давай! Открывай! Ура! Побежали, ёптеть! Обычно гражданских людей. Ты ёптить! Держись! Держись, ребята! Дави, сволочь, осколовскую! Попали, хедшот! Хороший мы магазин с вами взяли. Блин, все патроны сразу выжрало. Не хватает уже патронов. Это вражина? Или это свои? Это свои! Уже чисто? Значит так, саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача добраться до детонатора и рвануть. Так. Мне патроны нужны. Мне патроны дико нужны. Патронов ни у кого нет, что ли? Плохо. Лейтенант, я сейчас к взрыв машинки, а вы прикройте. Есть.
Прикрываем полковника! Патронов не жалеть! Так точно! Если что, мы с дробаша их будем бить. Нифига, они на танках уже поперли. Топ, я что-то, походу, не врубился. Мы прикрываем! Давайте к детонатору! Товарищ полковник, мы их долго не удержим! Давай! Взрывай, взрывай! Давай! Ни хрена, вот это удар! Да. Гля, горящие встают. Жесть вообще. Если на это на все без юмора смотреть, то это действительно страшно. Задачу выполнил, полковник. Молодец. Штаб слушает. Один заряд не сработал. Черт. Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеяться не на кого. Есть держаться. Конец связи. Дружище, очнись. Товарищ полковник, они взорвали ворота. Прут с поверхности. Уже выстрелят. Это та самая станция, та самая лестница, которую мы видели в прошлый раз. Никого пока не видно. Они там с пулеметов строчат вообще только так. Товарищ полковник, отходите на резервную. Окей. Блин, здесь на дробаш. Давай, 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 бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Держимся тут до последнего. Подкреплений не будет. Или мы их, или они нас. Серьезно? Блин. Ёптить. Страшно-то как. Страшно-то как?
А гранат-то почему нет? Не понял. Так задумано или что? Или меня убили? Задумано. Боже мой. Там чувак в тяжелой броне был. Бля, они добивают. Бля, что творится? Чувак, вставай, бери ствол. У нас полный магазин. Сказка бывает. Он бы, скорее всего, бы уже добил, а потом только начал атаковать. Вернее, отступать, а не атаковать. Что-то я уже заговариваюсь. Брат, помоги. Что происходит? Сволочи! Хлор пустили. Или попали в хлор. Оголили эту хрень. Там не ящики были, там, оказывается, баллоны с хлором. Что за жесть? Дружище, что происходит? Пойдем. Ни противогазов, ничего у нас нет. Держись, дружище. Держись, держись, держись. Не вздумай умирать. Мы с тобой вдвоем к генералу пойдем. Что? Генерал добивает своих? Операция закончена. Исполнители устранены. Готов к эвакуации. Ах ты, сволочь! Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации! Эвакуация? Какая? Бойцы, гражданские! Ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, зеленке осталось только на командование, понимаешь? Остальные обречены! Агас, просто чтобы быстрее, и понимаешь? Ты знал! Знал с самого начала! Знал и молчал, сука! Ну, тварь, вообще. А у меня что, был выбор? Ты мог сказать. Да и какая теперь разница, они уехали. Вот только меня они бросили зря. Петров, Петров, они уехали, без нас. Серегу мне дай, быстро. Как? Погиб? Серега, сынок. И ты погибнешь, скотина. Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ. Бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и что теперь? Что хочешь? А я все сделал. Он типа поезд, который уходит, хочет взорвать. Прощай, Слава. Охереть. Охренеть. Жестко все на самом деле. Дико жестко. То есть он дал приказ взорвать поезд на развилке, а сам застрелился, потому что сына его убили. Или сам где-то подставился. Сынка. Папа, дядя Толя, он что, себя убил? Почему? Не смотри. Потому что сын его умер. Прости, что я приказ Кирилка нарушил. На станции стреляли много, потом затихло, а тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то. Пошел тебя искать. Послушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Вот поэтому он и умер.
Понимаю, папа. Молодец. А теперь... идем домой. Да, печально все складывается, кстати. Мне нравится сюжет игры, он достаточно такой забористый с точки зрения сентиментальности, душевности, семейные ценности. В метро 2033 и в Last Light такого нет. А здесь вот чисто все вот на этом завязано. На сентиментальности, на ценностях, на человеческой жизни, на каком-то таком глубоком. Кирилл, это Мельник. Чем-то. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там здесь не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. Рация. Мельник, это же машина, а не бункер. Сосна, я Альха. Ответьте, прием. Альха, Сосна на связи. Прием. Рядовой, я схожу в бункер. Пока я там, связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Полдень, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку ем. Слизь сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если я сейчас читаю. Читай, читай. Повторение, мать учения. Все, Сосна. Конец связи. Понял вас, Альха. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна на связи, прием. Я очень люблю тебя, сын. А я тебя, пап. И печенку, чтоб ел. Обязательно, понял? Конец связи. А, он рацию даже с собой брать не будет. Получено достижение, отец и сын. Это бункер? С подобной двери же все начиналось. Что это за такое оружие? Огнемет! Фонарика у нас, как всегда, нет, да? Вижу то, что карбюратор, что-то там насос поставили, баллон маленький. Какая-то система сложная. А, это улучшенная труба, чтоб не травила. Ни хрена, травит. Говно ваша заливная рыба, я скажу. Бойцы ОСКОМ, вам поручено совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Так что теперь ваша задача – добиться успеха во что бы то ни стало. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте, от результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бойцы! Запись самоуничтожится. Ну, на всякий случай отойдем. Верить этому смысла нет. Но тут и правда не дождешься. Очередной дневник. Один мы пропустили где-то, прошляпили, блин. Дневник сталкера. Полковник разошелся. Опять в центр спутниковой связи посылает за картами. Начальство над ними в штабе щеки надувает. А нам тут еще по паре летальных доз на брата ловить. Чего? Начальство над ними в штабе щеки надувает, а нам тут еще по паре летальных доз на брата ловить. Паршивое место, бункер этот. Радиация сумасшедшая, не зря его яйцеваркой называют. Ну и мутанты, куда ж без них. В основном, конечно, обычные твари, но здоровилы там тоже попадались. Скорее всего, из-за них там группы и пропадают. Паршивое место. И задание такое же. Хоть на зеленку не поскупились. По нынешним временам уже что-то. Это действительно. Топливо. Что здесь?
Патронов, значит, не будет. Патронами нас баловать, видимо, не хотят. Здесь будет чисто огнемет. И все. Не шуми. Почему же? Отчего же? Запчасти нам нужны. И химия нам нужна. Будем аптечки брать. Делать, вернее. Блин, здесь светит. Что здесь? Химия. Опачки. Дверь. Хода нет. Ух ты. Кто здесь? Здесь кто-то есть. Творится. А бункер-то какой здоровый, а? Классические твари, понятно. Этих мы знаем с вами. Против огнемета они, наверное, не такие бодрые. Это хорошо, что свет дали. Биологическая защита реактора нарушена. Всему персоналу немедленно... Реактор? Так мы здесь только что были. Окей. Тут и заправка сразу. Как они кричат, походу они недавно мутировали. Опять свет выключили. Заводи, что ли, резервный. О. Изоляция реактора нарушена. Резервное питание включено. Да я не вижу ничего. Где питание твое? Чтобы за жопу сейчас никто не цапнул внезапно. Я ж обосрусь сразу. Так, сюда стрелка. А, вероятно, к пульту. Чтоб тумблер нажать. Ну я понял, надо какой-то генератор завести. Где его взять? Необходим перезапуск системы. Где ж мне его взять? Подготовка. А, надо продержаться. Ладно, попытаемся продержаться. Подготовка к перезапуску выполнена на 40%. Давай накачивай, 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 пока время есть. Подожди, подожди, подожди. Да,
такая. Жаль, конечно, что что-то подтормаживает, если честно. Я такого не ожидал. Ну и что? Успели мы пройти или как? Или они просто на перегруппировку ушли? Нам сюда.